Фигур. Я уже отдал. Тоже скидывал возик. Все, высадка. Юго-запад, юго-запад, поднимаемся. Осматриваемся, может подъезжать техника противника. Вторую ПМП выбили. СБ хоть одну выбил? Да-да. Нет, не СБ. А сколько у них всего БХ? Три. СБ, тебе надо три ПМП выбить. Смотрите, он прямо на вас едет же. Задавит. Задавит, забаним. Забанит, задавим. Макс, а постреляю вот, в окошечко нижнее, в нижнее окошечко, он прям в него смотрит. Он знатно теря делал. Все еще в этой башенке. Что-то не нравится мне это камень. Вот тут куча камышов, в которых могут печи сидеть. И мы мимо них просто проходим камыши через эти камыши. Могу гранату кинуть. Не надо. Я могу хоть ршингой туда кинуть. Нам если кидать, то лучше в замок. Рачева, слышишь? Да. Кажется, меня замуровали. Не, я сам шел просто мимо, и меня сюда засосала опасная трясина, бля. Если я упаду, меня сможешь вытащить, по сути. Ого. Никому не рассказывай. Да, я. Ты в доме или нет? Нет. Мне показалось, что в доме что-то шум был. Че, опять пик? Да я просто предупредил. По воздуху. Ну там стену было. Ладно, кто у нас уже у стены? Прямо я видел одного. Давайте еще третьего и круассан стоим. Ну уже... Слушай, уже бессмысленно, уже накидал. Ну чел был ранен, я вижу, медицину валяющийся, где он сам, не знаю. Блять, с кубарем с лестницы съем. Сейчас подойду с гранатами. Так, я в западную башню попробую зайти. ГПхи закинь сначала в окна. А мне прилетает откуда-то. О, летит откуда-то. Кто шмарял? Кто-то уже зашел туда. Кто в башню? Сигма, возможно. Восточно вы не заходите, Мурок? Видимо, Мурлок зашел. Мурок. Да, Мурлока убили прямо на входе. Закидывайте все, что есть. Я пытаюсь понять, как туда прийти, блядь. Он на входе, мать, подымался. Да я уже. Там живет? Мертв. Бит противник. А Рони живой?
Ничего, дальше не идем, закрепляемся здесь, пока ожидаем. Это я. СВД-ха, походу, да? СВД-шка, походу. 260. Своя техника. Круассан, что у тебя бинокль какой огромный? Сан, можешь пометки кинуть шайтана, если там что-то шевелится. Пойди, блин. А, вижу, челик сидит, лапка работает, 250 в доме на втором этаже. Дома такие, с переходом, знаешь. Да, да, вот здесь. Вот выход сюда. Я уже не буду работать. Право. Дерево мешает, но я понял. Там над этим домом бункер оттуда заливает. Как не видишь? Просирали тебя нас. Над этим левее этого дома. Я вижу, как туда. 249. Левее вышки кинь просто, да и все. Где красная вышка? Да, левее красная вышка. На лестнице единственное окно, что... А чел живой, куда ты работал, уже чел живой, он первый этаж разбился. Первый этаж. Сам, у тебя вроде РШГ на спине, не? Попадаешь. Что видишь, говори. В заборе сидит. Вражеский дышка. Я на территории жду всех. Ранил его. Вроде как боевый капш. Блять, у стройки, блять, противник. Ну, дерево упало, значит, минус должен быть. Братан! Что? Враг, да. Так, смотри, бежит. Это свой. Да, 107. Я пошел внутрь. Тоже захожу. Блядь, граната. Граната. По нему тут стреляет, это Шрик. Граната.
Там двое еще, там двое. Дворик, синие ворота. Дворик, синие ворота. Слева от синих ворот выход, там двое. Тот же азимут. В спине у вас противники, в спине. Группа домов на 200, на 140. Блять. Заходи, заходи. Рик живой? Они подбили беттер тот. Егор, не выходи, назад, назад, назад. Не знаю, я ору, я этим плохо. Я просто баран какой-то стреляет в РПД. Послушай меня. Тебе помощь не нужна? Проверяйтесь, проверяйтесь, берите мисс. Я забинтовался, там еще в тылу СВД-ха сейчас стреляла одиночными. Не зачищен. Оттуда же. Именно в этом, помощь не нужна, в зеленом, как приняли. Не-не, я захилялся, но у меня больше нету бинтов. Егор, ты принял мою метку, но с юга идут зомби? Нет, еще, подожди, я лечусь. Юг принимаем потихонечку. Я на третьем этаже с северной стороны, сейчас упаду в умор. Принято. А флаг еще вражеский, если что. Окей. Я его поднять. Еще где-то. Флаг надо поднять. Я скинул повязку, я с 300-х набрал. Понял, вот. Спасибо. Я сейчас подниму. Где мы находимся? Юго-восточная часть базы. Где надпись Ремингтона 44 баз. Вот прямо там.
Какой-то Урал с запада заезжает. Там ЗУшка захваченная, наша катается. Если наши захватили ЗУшку, судя по всему. Пошел в триган, там не мог ничего сделать. Давай, я тоже туда подойду. Кто? По тебе? Бегу. А по мне Азимут 20. Бой зашел. Проверка. Прикрой голову. Боски, слышите? Это, блядь, противник хуярит. Ну ты послушай, мы прям через воронку делаем, ищем его. Может, в каком здании сидит? В ангаре? Нет, ангар складывается вообще легко. Убили, убили в траве, кого-то убили, блядь. Парни, аккуратно, не спешите. Он в доме с синей дверью, в доме с синей дверью. Дом с синей дверью. Понял. Ангар, блядь, с синей дверью. Сколько дом с синей дверью? Поставил, поставил метку. Метка за раз? Да.
Принял, так это гараж, я зачистка, понял. Зачистка, блядь. Все, работайте, мы не будем работать, вертолет говорит. Все, с победой. Хорош. Внимание, миссия завершилась. Победа атаки. Сейчас будет прогружена и поставлена вторая миссия. Просьба пока не расставляться.